минувшие выходные в ДК «Родина» прошел Всероссийский телевизионный кубок силовых структур и ведомств «Подъем». Организаторами мероприятия выступили правительство Кировской области, Дом народов России и Национальный культурный центр действия. Веселили зрители 7 команд из Нижнего Новгорода, Чебоксар, Рязани и Кирова, а также сборной Уфы «Особое мнение». Капитан команды «Последний» старший лейтенант полиции Артур Ильясов признается, совмещать творчество и службу в органах нелегко. Но чего не сделаешь, чтобы доказать зрителям, люди в погонах умеют шутить. Мы хотим, чтобы люди полюбили полицию, увидели ее немножко с другой стороны. Что они тоже люди, что они такие же простые, совершенно обыкновенные, как чуть-чуть просто имеют немножечко преимуществ по отношению к другим, получается, гражданским людям. Впрочем, на одной игре организаторы не остановились. Вторым блоком социальной акции стала выставка «Свои». Уникальный проект, направленный на сохранение исторической памяти. На стендах рядом с ДК кировчане смогли прочитать реальные истории героических поступков, взаимовыручки и межнациональной дружбы жителей нашей страны во время Великой Отечественной войны. Такие мероприятия нужно проводить всегда, в любое время. Это воспитательный процесс плюс мероприятия, направленные на сохранение межнационального мира и согласия, на единство российской нации. Объединяющие мероприятия, поднимающие патриотический дух, это необходимые мероприятия для нас. К слову, в этот раз кубок победителя и звание чемпиона Лиги силовых структур и ведомств достался уфимской команде «Особое мнение».